Звук «а» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Наделяет скромностью и умением устраивать свои дела по-тихому. Буква «г» дает носителю этого имени непредсказуемость и неожиданность. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. В любви предпочитает комфорт и старается предугадывать желания партнера. Звук «а» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Звук «г» прямо направлен на экстрасенсорные способности. Максимально счастливыми цветами для владельцев этого имени является белый цвет, все оттенки светло-серого. Владельцы этого имени рождены по числом 5 и управляются Меркурием. Гласная буква «а» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Обожает путешествовать, предпочитая при этом поездки на автомобиле, так как их успокаивает шелест шин. Люди с буквой «г» в этом имени нередко страдают от отсутствия такта, поэтому в любовных отношениях часто меняют партнеров. Носитель этого имени будет обладателем бурного, взрывного темперамента, с которым он явился на свет и который будет укрощать всю жизнь, пытаясь обрести внутреннее спокойствие. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.